Мальчик сделал вот рисунки и русалочек нарисовал, вот впечатлился такими дамами. Ну расскажи, расскажи, что ты говорил. И на мостике побыли, что ты говорил. Мама, смотри, это русная, это девочка такая красивенькая. Залезла в воду, долго проводила и стала такой. А потом проводила еще дольше под водой. Брала, брала, и такой стала. Расскажи, что ты говорил, что мы хорошо погуляли и на мостике, и там, и сям. Расскажи своим зрителям. Я пошла на мостик. Вот. Потом пошла на воду, на эту лес. Дамирчик, я здесь с телефоном. Тебя не будет слышно. Микрофон здесь. И потом мы пошли на деревянный мост. Я тут немножко смотрю. И вот там вот рисуем. Это русалка на самом деле. Очень хорошо мы, ребятки, в общем-то, проводим это время. Что мне сказали? А это я не знаю, что это. Это такая девочка, только у нее, она прикрыла тут шапочка, такие шубы. В общем, ребятки, мы очень клево проводим время. Очень клево. На небе, да, кстати, нет надо. совсем облачков. Да, Они убежали вот на туда. Солнце. Да, русалка, хорошо. Оторванная рука. Да, вот у нее ручки нет. Очень жаль. В общем. Да, русалка, оторванные пальцы. Так, давай собирать мелки. В общем, мы очень клево провели время, очень хорошо погуляли. Даже Дамирчик, который вечно чем-то недоволен, это подтвердил. Очень здорово, мы погуляли. Вот. И сейчас пойдем домой делать домашние дела. А то меня уже размарывает тут на солнышке. Мне уже хочется спать, я уже засыпаю. На, держи, Дамирчик. Давай, давай мне мелочки приноси, я буду складывать их к тебе в коробочку. В общем, меня уже размарывает, меня уже клонит в сон, я уже хочу отдыхать. А надо еще готовить, убираться, полы хочу помыть. Ой, в общем, все, теперь будем грязнуть, погрязнуть в домашних делах нам надо. Все, мои хорошие, целую, люблю, бывайте.